привет сегодня, я задумался, а что если мне сделать что-то новое, интересное, а главное аркадное? И тут я придумал, в Funcade есть такие игры, как Sokoban, в них нужно двигать боксы на чекпоинт, чтобы выиграть. И тут я приступил к созданию, вначале начнем с сюжета. Вы будете играть за марсианина, который упал на неизвестную планету, и чтобы починить корабль, ему нужно двигать боксы в нужные отверстия. Создаем игрока, он будет прикольный и красный. Теперь я сделал основную механику движения, и вот так она выглядит. Потом я сделал стенки, которые будут мешать игроку выйти из локации, они будут белые и не супер детализированные. После этого я посмотрел на локацию, и она какая-то пустоватая, и я решил добавить земли. Как только добавил землю, сразу вспомнил, что нужно добавить траву, воду, и так далее, и добавил. А теперь посмотри, что получилось, это же красота.